Последние разработки в области производства прямиком от немецкой фирмы. Барнаульский комбинат железобетонных изделий запустил особую линию, с которой панели выходят самого высокого качества. В отличие от привычных категорий А3 и А5, у этих изделий нет пористой поверхности. Мы получаем поверхность практически А1. И это позволяет не только клеить обои, но даже делать без подготовки покраску. Поэтому отделочники нужны будут только тогда, когда надо будет привести в порядок швы между плитами. Владимир Отмашкин шутит. Эта немецкая технология когда-то была советская и теперь вновь возвращается в Россию. Линия конвейер, в котором опалубочные поддоны движутся поочередно по 11 постам. Точность технологии задана механизму. Процесс максимально автоматизирован. Производительность новой линии до 1000 квадратных метров в сутки. Это увеличит количество квадратных метров, объемы производства. Это увеличит рентабельность предприятия. Вот. И самое главное, я думаю, удовлетворенность спроса наших потребителей, покупателей квартир, которые будут заходить. Качество. Значительно в разы вырастает качество. Такие предприятия, пример вот такого развития, таких вот продвинутых, можно сказать, руководителей, это есть основа экономики и Барнаула, и края, и России в целом. По словам гендиректора инвестиционной строительной компании «Союз» Владимира Отмашкина, новая линия позволит выполнить президентскую задачу и увеличить объемы строительства жилья в полтора раза. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.